Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 5-й выпуск лайфхаков. И мы начинаем. Хочешь наш магазин полезный и хороший, но, к сожалению, часто здесь бывают вещи без доставки и без установки. Поэтому уточняйте первым делом у продавца, возможно, как сейчас работает компания. Купи на 1500 лир, и доставка до порога дома бесплатно. Для тех, кто еще не знает, у нас в Алании имеются остановки с кондиционерами, где можно не только спрятаться от жары, но также и насладиться приятной прохладой даже в самый жаркий летний день. Одна из таких остановок находится, например, на площади Ататюрка, и я сейчас как раз нахожусь здесь. Вот она, позади меня. И не забывайте, когда вы что-то заказываете в кафе, то все становятся более лояльными, и здесь можно попросить Wi-Fi, а потом его записать и, проходя мимо этого заведения, которых в Алании полно, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Иностранный телефон можно растаможить при наличии ВНЖ, при условии, что вы въехали в страну не позже, чем 180 дней назад. Первым делом мы с нашим телефоном, ВНЖ и паспортом идем в налоговое управление, где мы платим налог, который сейчас составляет 170 турецких лир. Нам выдают бумажку, с которой мы идем дальше. Следующим шагом мы с вами идем на почту, там заходим и в терминале берем номерок. Для простоты ваших действий в терминале всего две кнопки. Нажимаем на ту, где написано «Эдевлет». Затем поднимаемся на второй этаж, кассиру платим 2 лиры, после чего на телефон нам приходит СМС с номером. С полученным номером мы бежим прямо через дорогу в красный офис. Это одна из точек растаможки телефонов. Там мы платим 50 лир, и наш телефон растаможен. В местном магазине всегда хорошее свежее мясо и есть шашлык. А если вдруг он и закончится, это не проблема. За 2-3 минуты мясник замаринует вам специально новый шашлычок. И, конечно же, для всех хозяек, если вы привыкли, что вам делают фарш, мясник с этой машинкой с легкостью за минуточку сделает из выбранных любимых кусочков мяса фарш мягкий, свежий, специально для вас. И на этой мясной ноте мы заканчиваем. А в комментариях напишите, какой лайфхак вам понравился больше. И обязательно лайкните.